Внимание! Прекратите пальбу! Что вы делаете? Куда вы бежите? Друзья мои, это совсем не страшно! Куда? Это совсем не страшно. Совсем не страшно. Был занят недавно конфуз. Деньги, выделенные на здравоохранение, случайно потрачены были именно на здравоохранение. Да. Бубля, конечно, я. Алло, Нелечка, да. Ивановна. Да. Вы же у нас директор финансового департамента. А да. Это Леонид Исакович Нохимзон. Я из банковской системы Израиля приехал на несколько дней на консультации. Вы не переживайте за все финансовые недоразумения, как учили нас отцы-основатели. То, что для мировой экономики кризис, для нас плановое мероприятие. Да. Я вам проакцептирую все авалированные счета во виражный срок. Вы к чему ведете? Бубочка, что вы скажете за биткоины сегодня? Вы знаете, насколько это полезная штукенция? Я знаю. Моя бабушка меня научила, что нет такого дурацкого дела, на котором бы не заработал умный человечек. Правильно? Каждый человечек – кузнечик своего счастья. Я знаю. Биткоины – штука коварно непредсказуемая. Вы даже себе не подозреваете, насколько они могут быть интересны для мужчин. Просто женщины не понимают, как можно их тратить. Я привез чудо-резиночку, которой можно перетянуть пачечку денежек биткоинов толщиной 1.5 метра для удобного ношения в кармане брючек. Понимаете? Да. Я при этом храню банковскую тайну, которую несу с собой на пенсию. Да, я вас слушаю дальше. Нелечка Ивановна, я уже заслуженный специалист международного класса по биткоинам. Потому что в Израиле научились выращивать на песке не только овощи, но и биткоины. Это что, розыгрыш? Я не могу понять. Нелечка Ивановна, на самом деле напоминаю вам о приглашении поучаствовать завтра в праздничном мероприятии планетарного масштаба. Просьба не опаздывать при себе, иметь улыбочку на ширине плеч. Хорошо. До встречи. Пока. Да. Счастливенько.